Шума много. Из-за чего? Из-за тебя. Шекспир. Много шума. Ничего. События разворачиваются на Сицилии, в городе Мессина. В дом губернатора Леоната приезжает принц Арагонский Дон Педро со своей свитой. В числе сопровождающих молодой и знатный флорентинец Клавдио. Он неожиданно для всех влюбляется в дочь губернатора Гера и намерен жениться на ней. Ты любишь Геру? Ну так и люби. С ее отцом и с ней я потолкую. Она твоя любовь. Не затем ли ты стал плести искусный свой рассказ? Как нежно вы врачуете любовь по бледности, поняв ее страдания. Клавдио пока молод и наивен, а еще невероятно честен. Такая роль, по идее, должна быть легкой. Но далась она все же с трудом, делится актер Александр Аве. Признается, для того, чтобы прочувствовать своего персонажа, проделал немало работы. Это первая моя такая роль. Прям это уже какой-то возраст есть. Обычно я играю более молодые роли, это парни там. 15-17 лет, а здесь уже мужчина, который вернулся с войны. И мне давалось тяжело, но благодаря режиссеру, мне кажется, начало получаться. Совершенно полярный персонаж – племянница губернатора Беатриче. Она не верит в любовь и, более того, даже насмехается над всяким ее проявлением. Девушку сыграла Дарья Ковалева. Это женщина, которая может ответить за себя, за словом в карман не полезет, очень хорошо думающая, умная, то есть не просто вот она там выпуливает свои шутки ради того, чтобы посмеялись, она действительно где-то сглаживает конфликт, где-то, наоборот, разрешает обстановку. А вам бы только попугаев обучать. Так птица моей лучше будет куда лучше, чем животное, похожее на вас. Хотел бы, чтобы моя лошадь сравнялась быстротой и неутомимостью с вашим язычком. События в пьесе довольно запутанные. Здесь много слухов и клеветы. Отсюда и неразбериха. Постановка такого спектакля – дело сложное и энергозатратное, делится режиссер. Юрий Маковский также отметил, работа с Шекспиром – это всегда сложный и кропотливый труд. Ну, всегда встреча с такими авторами, всегда, я думаю, приносит счастье всем работникам театра и даже техническим цехам. Потому что у нас замечательный художник по свету, приглашенный из Москвы, поэтому свет здесь особенный. Настоящие, театральные. Мы старались сделать что-то подобие театра «Глобус», как-то, чтобы сохранить атмосферу. Шекспировские страсти на сцене дополнили танцами и маскарадом. Премьера спектакля «Много шума из ничего» состоялась 22 марта. Кстати, следующую постановку в Курске Юрий Маковский представит в сентябре. Это будет очередная комедия «Кёльнские перепалки» Карла Гальдони. Анастасия Давыдова, Сергей Малеев. События дня.